Бывший заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Владимир Никонов назначен на должность заместителя министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Валерий Шанцев. В мае 2015 года указом губернатора Министерства государственного имущества и земельных ресурсов и Министерства инвестиционной политики были объединены в одно, поэтому появилась необходимость в назначении заместителей по различным направлениям деятельности министерства. Владимир Никонов будет курировать вопросы, связанные с работой инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской области, пояснил пресс-секретарь главы региона Роман Скудняков. Он подчеркнул, что губернатор, приглашая Никонова в качестве заместителя министра, принимал во внимание его профессиональный опыт. Ранее, в декабре 2015 года, глава региона подписал указ о назначении Ирины Бердниковой на должность заместителя министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области. Никонов Владимир Александрович родился 2 ноября 1970 года в Ватском районе Горьковской области. В 1994 году окончил юридический факультет Нижегородского университета. С 1993 года работал помощником прокурора, а затем заместителем прокурора Автозаводского района, прокурором Ленинского района. С 2008 по 2013 год являлся прокурором Нижнего Новгорода. С 2013 года занимал должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода.